Ну что ж, привет, друзья, с вами, конечно же, Док Браун. Я надеюсь, меня хорошо слышно, я опять колупался с настройками Windows, с настройками игры, надеюсь, все хорошо. Начало второго ночи, 27 число, игра только скачалась, мне установились дополнения, дополнительные миссии, дополнительный контент. Если кто-то не в курсе, то это в меню не графические баги, это такое меню, все нормально, не парьтесь. Во-первых, Deluxe Edition, все как полагается, версия лицензионная, не пиратка, полностью на русском. Прохождение, ребята, будет очень интересно. Боже, как же мы все ждали эту игру, наконец-то она вышла. Настройки стоят, я хочу просто сразу ответить на все вопросы. Настройки стоят высокие, сетевое вторжение, я только что его отключил, то есть, ну, пока что... К нам никто не подключится. То есть пока что мы сейчас просто пойдем немного по сюжету. Давайте, блин, начинать. Сейчас все мы будем смотреть. Все уже на русском языке. Погнали. Новая игра. Наконец-то. Какое же блаженство ощущать то, что у тебя лицензия. И вот оно... там мультиплеер, я зашел, там сразу эти настройки, сетевой режим, сетевые вторжения. Блин, насколько это офигенно все. А в ближайшее время, ребята, я, кстати, еще надеюсь попробовать кое-что очень интересное, это игру с планшета. Если получится, я это запишу, потому что там сетевой режим на планшете, он тоже весьма интересный. Началось, все, погнали! Чикаго, друзья, Чикаго ночью просто прекрасен. Как же все круто выглядит. Так, я в лобби Мерло. Супер, Эйден. За дело. Взламываю. Только глянь. Тут секретных данных бери не хочу. Прямо мечтают, чтобы я их стянул, и я стянул. Стянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? 100 тысяч за полминуты. Что бы мы делали без богатеньких? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Что это? Опа! Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги, Варя. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Система сканет. Ну потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Это что за? Сворачиваемся. Музыка, капец, насколько громко, это жесть. Я вроде убавлял. Короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. Че-че семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Не туда Пирс залез. Одиннадцать месяцев спустя.
Да, детка, Watch Dogs. Yes. Как же это круто. Ну, это, собственно, Морис. Кто заказчик? Чувак, я не знаю. Честно. Не знаешь. А Эйден крут, если так наемного убийцу отделал. Чуть-чуть семью. Что-то не так? Не. Без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа. Я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Лена. Лена Пирс. Не знал я ни про каких детей, все пошло не так! Советую подумать получше. Ну? Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди. Такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас нет. Прошу, не надо! И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место. Это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя. Так, правое, чтобы прицелиться, левое, чтобы выстрелить. Давай по ногам. А, не заряжен. А, ну да, с памятью все не так уж и плохо. Нажмите А, чтобы нейтрализовать противника. Так, ну-ка посмотрим. Нейтрализовали. Ничего не скажет. Ты другое дело. Блин, какая-то фигня с кириллицей. Вот это баг у меня друг пиратку ставил. Вот у него такое было. На самом деле тут нажмите Q. Так. О, прикольно. Нормалек. Взять жалко нельзя. Так, что у нас тут? Что бы нам сделать? Может засунуть его голову в стиральную машину и постирать? По-моему, со стиралкой что-то не так, она кажется дымится. Блин, как же все-таки офигенно. Все дико красиво. Это что, лекарство? Хз, зачем они? Ну давай. Эй, Морис! Слышь, чё, как придурок? О, чёрт! Где тебя носило? Чё? Это он мне. И все дела. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул? Я просил их подержать, Джорди. И где ты был? Мне позвонить надо было. Морис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Пирс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет, почти развязка. Все, времени нет. Так-то. Ха. Да ладно, неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно, и кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа, и я вызвал копов. Панику создать. Да ладно,
Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Марисовы братки и... Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника. А мы с тобой тихо смываемся. Спасибо, скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мариса и вали. Мариса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чикаго! Есть тут кто живой? Нет, вылезай, нет никого давай. Живого. Не, ну ты посмотри на эти... У нас здесь труп. Так. Один из Вайс-Ройс. Огнестрел. Пушка вон там. И тут мертвяк. Тоже Вайс-Рой. Ну и отлично. Так. Вот не могли эти уроды другой день для разборок выбрать. Испортили праздник. База, у нас два трупа подвалились. Так, 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 нормально. Бандюки. О, привлечь. Все, нормалек. Ствол мы спрячем, он все равно не понадобится. Так, пока копы там разбираются, давай двигаем дальше. Оба! Оба! Профайл позволяет подключать данные об объектах. У нас тут где-то... А, вот оно. Поток данных должен привести вас к источнику. Ну и тут начинается вот, собственно, такая игра, я бы сказал, по камерам. Наша цель — открыть дверь. Дверь закрыта на электронный замок, между прочим. О, вот. Не-не-не, Тарапыга, оставайся там. Здесь достаточно людей. Ладно. Давайте, ребят, валите. Я сейчас подойду и к вам тоже. Телохранитель в отставке, в школе был хулиганом. Блин, прикол, жесть. Лейтенант полиции. Капрал полиции. Ёлки, блин, насколько офигенно, когда все на русском, на нормальном, понятном языке. Род занятий. Сержант полиции. Планирует поездку в Японию. 28 лет. Доход 54 тысячи. Так. Так, давай, давай, давай. Мне нужен отвлекающий маневр. Принято. Так. Электронные компоненты. Ну давай. Удерживайте таб, чтобы открыть селектор оружия. Используйте, чтобы выбрать. Вот что это такое, а? Ловушка. Ну давай изготовить. Окей, одна есть. Хорош. А на что ее там бросать? Блин, на какую кнопку? А, на G. Все, понял. Блин, гребаная вот эта фигня какая-то. Бузончик пошел, нормально. Та-та-та-та. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты там повнимательней посмотри, что там на стенку прилипло. Хорош, молодец. Копы молодцы. Что тут происходит? Допустим, и что? Поговори мне. Откуда у вас билеты в VIP-ложу? Мы не нищеброды типа тебя. Член Блэк Уилла. Заткнись, Диди, не болтай лишнего, а то нас тут повяжут. Я и без болтовни найду, за что на вас браслеты надеть. Ты не волнуйся. А ну документы. Живо. Блин, а? Блэк Виктори, род занятий водитель лимузина. Банковский счет, ну это можно взломать. Кстати говоря, денег на счету нормально, 700 баксов. Любитель фильмов ужасов.
Истек срок действия прав. Слышь, у нас же эти права. Замолчи наконец. Это твое право. Да. Пошел ты. Ладно, давайте. Двигаем дальше. Тихо-тихо-тихо, все хорошо. А, кстати говоря, банкомат. Вот и денежку заработали. Отлично. Ух. Курига, тут копов полно, не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про Мстителя? Для таких выкрутасов мне придется пробить фаервол CTOS. Своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Им же должны выдавать коды доступа. Так. Опа. Геалов? Ага. План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выводить людей. Предлагаешь ради ваших кошек мышек эвакуировать 40 тысяч народу. Закрывайте подвалы, можете хоть вверх дном там все перевернуть. Охранник на стадионе. Получил медаль за отвагу. Охранник. Доход 82 тысячи. Нифига себе. Отлично. Сорвать матч. Код доступа есть. О, отлично. Взломать. Ну нифига себе. А зачем на стадионе такая серверная? Это ж серверная. А, CTOS серверная. Ну тогда понятно. А сейчас, ребята, будет кое-что интересное. Ова! Так, какой кнопкой, блин? А, на G. Активация. Та-дам! Все, паника! Ух! Нормально так. Жесть. Ты где, Джорди? Я? Свалил. Аллергия на копов. И у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. Ок. Теперь хоть все понятно. Ибо в прошлый раз я не совсем догнал с тачкой. Когда на пиратке пробовал. Так, взломать недоступно, не работает. Пытается вылечить зависимость гипнотерапией. Нигилист, нотариус. Знаете, мне... Отключение? Да ладно. Так, звук и язык, по-моему... Громкость эффектов, вот надо чуть-чуть вот так вот. Я потом, ребят, все порегулирую, поредактирую. Потом, когда прослушаю сам, что у меня тут получилось. А пока что, надеюсь, все будет хорошо. Чикаго, друзья, гроза. Так. Как же это все офигенно. Так, полиция нас ищет. Поэтому лучше не показываться им на глаза. Так, он еще едут. Проверьте в переулках. Так, 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 так. Давай, пока нас не видят. Там патрульная машина, твою дивизию. Давай быстрее. Воу-воу-воу-воу, не надо. Блин, меня сейчас запалят. А, нехорошо. А, так. Твою ж, блин, налево. Ну вот что за дерьмо с кнопками, ну.
Ну, тут все понятно. ВСД, шрифт этот, окей. Черт, с два мы дадим гаду уйти. Дадите, никуда не денетесь. Надеюсь, вы сейчас отъедете отсюда подальше, и все будет норм. Тачки подрывистые, ребята, капец просто. О, как кто-то классно запарковался, а? Воу. Хотя нет, стоп. Уходим в эту сторону. Все как надо. Все как было запланировано. Уходим. Упс. Извиняюсь, ребята. Прости, чувак, я случайно зацепил твою машину. Блин, я хоть никого не убил там, нет? Покиньте эту вот твою дивизию. А, вижу. Вижу край области. Так, не палимся. Ну, чувак, отойди ты. Капец, чуть не задавил. Люди суицидники. Русский язык. Как же все-таки это все круто. На английском, но все эти переговоры нифига не понятно. А тут все на родном языке, все как надо. Yes. Расколется. Вряд ли. В любой момент вы можете, чтобы открыть карту мира, ну это М, задать маршрут GPS левой клавишей мышки, посмотреть текущую задачу, которая всегда отображается в левом верхнем углу карты, переместиться в любое убежище. Ну давай посмотрим. План, схема, доберитесь до убежища. Ага. Нет, ну... Это все, конечно, хорошо, но... Кстати, а что у нас по деньгам? Вышка CTOS, изготовление устройств ломбард, ух ты, как интересно. Станция надземки, бизнес, оружейный магазин, бары и кофейни. Ну, короче, куча разных мест. И это еще не все тут открылось, не все доступно. Ладно, поехали в убежище, так и быть, что нам стоит дом построить, правильно? К тому же, что я как раз, я смотрю, правильно ехал. Ты зацени лужи, это, блин, как же круто. Паркуемся. Чтобы спрятаться в машине, ну это F. Выглядит это вот таким образом. То есть, ну я не скажу, что он прям спрятался. Он просто заглушил двигатель и чуть-чуть откинулся назад. А вообще выходим. Что там? Донор крови. А ну давай посмотрим, кто у нас тут. Лечится от арахнофобии. Работник отдела контроля качества. Арахнофобия, если кто не знает, это боязнь пауков. О, вот счастливчик играет. Прикольно. Послушали чей-то разговор. Так. Трансформаторная будка. Камера. Классно. Ладно, давай в убежище. Давай в убежище.
Отец отбывает срок в тюрьме. 34 года. Чувак. Сочувствую. Системный ключ. Недавно украли мобильник. Расходы материал для однократного взлома. Осторожнее. Что значит осторожнее? Ты меня тут проходи, не задерживайся, а? Так, ладно, давай. Это его жена и дочка. О, и сын. Не как в тот раз. Джексон, я его звала. И где он? А у тебя правильный номер? Милый, твой дядя просто такой человек. Но он нас любит, правда? Дядя? Значит, не сын. А, там что-то про племянницу говорили. То есть это не ребенок, получается. Не его, как бы, дети. Как-то так, что ли? У него прям как у Холмса такая стена. Судя по всему, наши данные о Марисе верны. Пока ты развлекал полицию, мы получили доступ к сети ОС. Раз уж мы оба в выигрыше, поделюсь инфой. А ну-ка. Короче говоря. Теперь ты можешь юзать сетевой, если кое-какой доступ есть. Но мой проект еще не закончен. Нужно время. Кто такой хулиган? Так, очко навыка получено. Дерево навыков. Ну давай посмотрим. Взлом. Я не хочу все на взлом пустить. Можно я? Так, ладно, давай. Трансформаторные будки бабахать. Короче, я могу светофоры переключать. А, давай мы возьмем ворота и гаражи, да, изучить, вот оно у нас. Чтобы открыть-закрыть или двери гаража, нажимайте Q. Хорошо. Это что такое? Мосты. Разводить мосты мы в следующий раз научимся. Стоп, а ну-ка вот на... Во, вот все дерево умений, кстати, в бой. Вождение, вот, вождение, самое... Главное, что я хочу выучить, это вот это. Автоматическое отключить сигнализацию, открыть дверь машины. Вот это вот хорошо, это то, что я хочу принять. Потому что задал бывает постоянно разбивать стекла в машинах, честное слово. Устройство боя. Ну-ка давай, что у нас на бой есть. Концентрация. Контрол, чтобы использовать концентрацию и изменить восприятие. А, это slow motion своего рода. Тоже берем. Понадобится. Это что у нас? Уменьшает отдачу при стрельбе из любого оружия. Ну, это, я думаю, мы на потом. Давай еще взлом посмотрим. А, давай вот это заграждение. Удерживайте Q, чтобы поднять, опустить дорожное заграждение. Нажмите Q, пока мерцает синий индикатор. Уничтожить транспорт. Ну, это мы... О, вот, кстати, хорошо было показано сейчас на картинке, на видео. То есть, так, давай. Все, мы сейчас все прокачаемся. Добавляет ячейку для аккумулятора. Кстати, имеет способность... Не способность, как... Короче, разряжается телефон. Давай изучим. Одну ячейку аккумулятора и, ну, метро я, наверное, давай, ладно, еще давай мосты, давай на мосты, да, все, теперь я могу разводить мосты, короче, дофига всего могу делать. Но, как видите, по сути, по прокачке тут еще блокировка вызова подкреплена. Вау, это круто. Это помехи в эфире противника, ёлки-палки, как же круто. Это классно. Навыков дофига. Паровые трубы, отключение вертолета. Ой, ёлки, это полезная штука.
А улучшенное отключение вертолета. Прикольно, да? Так. Ну, по сути, все. Тут мы все уже выучили. Конец восьмого ининга. Часть первая, задание выполнено. Получено опыта соточка. В убежищах вы можете отдохнуть. Отдых позволяет ускорить ход времени, восстановить концентрацию и сохранить игру. После отдыха уровень угрозы снизится. Во время выполнения задания отдых недоступен. Отлично. В таком случае, так, что это у нас? Аудиозапись. Ну давай. Аудиофайл. Так, это, кстати, наш телефон, если еще. Цифра кайф. Аудиозаписи. Марис Вега, Эйден Пирс. А ну-ка. Ну, это видно. То есть тут у нас своего рода история Пирса, что-то такое. Ну давайте, а что, давайте их все прослушаем. Что нам? Надо же как-то погружаться в сюжет о том, кем был Эйден, вообще чем он занимался. А Эйден продвинутый чувак, я бы сказал. По сути, он всесторонне развивался, то есть и физически, и достаточно умственно так, нехило. Ники, это же жена. Вот так вот. Все делается за деньги, ребята. Это мы... Это, ну как это, не мы, это всем известно. А, ну это мы уже слушали. Ну, в общем, круто. А это? А, ну это мы уже слышали. Стоп, все, хорош. С мобилкой мы разберемся, кстати, в следующей уже серии, ребята. Это все очень круто, сейчас просто неохота. Гардероб. Так, а ну-ка, взять, взломать, системный ключ. Бэмс. Расходный материал для однократного взлома. Не знаю, что это такое, серьезно, что это. Взять в руки никак нельзя, что оно?
Гардероб. О, да, а вот это, значит, это уже бонусы делюкс версии. А ну-ка, белый хакер, а ну-ка давай, выбрать стиль. Прикольно, а вот это? О, да, вот это то, что нам надо. Ты посмотри, какой пла... какая красота, блин, я бы себе такой купил бы. Так, отлично, что у нас здесь? Тут ванна, химикат. Зачем? Химикат. Ну, допустим. Нестабильный химикат. Это типа я могу что-то сделать, да? Подожди, а ну-ка. Эйден, что ты маску напялил? Ты у себя в туалете. Так. ХЗ, короче. Изготовить я ничего не могу, у меня есть химикат и нестабильный химикат, есть два ключа и три штуки таблеток. Это своего рода и типа инвентарь. Пистолет, боеприпасы 0-0, полуавтоматический пистолет PX-4. Так, целимся правой, стреляем левой. Пусто, не заряжено. Т, спрятать оружие, если кто-то не в курсе. Ладно, спадки. Установить время. Ну давай на 9 утра. Сосейвимся, скажем так. Ну, собственно, Морис. Все как и мы уже знаем. И автокатастрофа, в которой, судя по всему, ребенок как раз таки и погиб. Лена Пирс. 6 лет прожила. 6 лет. Это, нет, страшно, конечно. Ребенок умер в 6-летнем возрасте, это капец. В принципе, это не, ну, не удивляет, почему Пирс мстит. Хочется думать о другом. Беззаботном времени, когда она была жива. Но в голове только одно. Тот ужасный день. Ну вот, собственно, вся завязка сюжета, друзья. Ложитесь спать, покиньте мотель. Мотель мы покинем уже, ребята, в следующей серии. Мы переоделись, мы начали, наконец-то, Watch Dogs. Спасибо, что были со мной, ребята, марафон начинается, будет серий много, я надеюсь, выходить они будут каждый день и не по одной серии, так что оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Дог Браун, удачи, ребята, играйте только в самые хорошие игры. До новых встреч, пока-пока.